Самарские ученые получили грант на разработку плана города будущего. В проекте концепция идеального поселения городского типа. Именно так звучит официальная формулировка. Авторы предлагают восстановить градообразующую роль православного храма, который станет центром гармоничной архитектурно-ландшафтной композиции. По замыслу ученых, проект должен стать элементом реализации президентской программы по преодолению демографического кризиса в России. К сотрудничеству уже присоединилась Русская православная церковь, Ассоциация многодетных семей и Самарская духовная семинария. Надеемся завершить свой проект не просто разработкой концептуальных таких моделей, но и перейти к сотрудничеству с местными муниципалитетами, уже наметились кое-какие очертания.